Всем привет, вы на канале Супер Нидос, и сегодня я буду делать панно на кухню. Для этого нам понадобится плотный лист картона и всевозможные украшения в виде квасоли, семечек, гречки, кукурузы, гороха, кофе. И вот такие у нас еще палочки корицы. И вот такие. Для начала отделим нашу рабочую зону. Вот такими палочками. Вот такими палочками. Отметим нашу серединку на ячеечки и приклеим палочки. Наполняем наши ячеечки украшением. Поочередно заклеиваем все наши ячеечки. Украсим нашу серединку перцем, корицей, шапочкой из голубей и перцем. И сделаем рамочку из засушенных листьев. Вот такая поделка у меня получилась. Ставь лайк и подписывайся на канал Супер Никитос. Пока-пока!